Аленка вообще в глубокий транс погрузилась. Мы делаем такое упражнение. Берем руки такие свободные и вот такими вот хлестами. Делаем хлесты по спине. В этот момент думаем, о чем думается. Пускаем мысли на самотек. Если нам думается о чем-то плохом, не блокируем эти мысли, думаем об этом плохом. Потому что когда человек думает о плохом, его напряжение повышается, а он через вот эти повторяемые движения это лишнее напряжение сбрасывает. Почему здесь стресс снимается? Во-первых, стресс всегда блокирует в первую очередь шейно-спинной отдел. Когда шейный отдел блокируется, у нас хуже поступает кровь в мозг. Соответственно, питательные вещества и кислород. Когда мы делаем это движение, во-первых, у нас сходятся-расходятся лопатки, сходятся-расходятся верхушки легких, тем самым освобождается шея, больше крови поступает в мозг, напряжение сбрасывается и улучшается состояние. Так можно делать перед экзаменом, перед волнительной встречей, ну и либо в любой другой ситуации. Всем привет! Сейчас я покажу стресс-тест. Стресс-тест по методу ключ. Стресс-тест с обратной связью. Он не только показывает, находитесь ли вы сейчас в нормальном адаптивном состоянии, но и одновременно снижает лишнее такое трансовое состояние. Очень интересное, удивительное. Проходите, не стесняйтесь. В общем, стресс-тест основан на идиомоторных рефлексах. Идиомоторный рефлекс – это когда, например, человек подумал о лимоне, и у него появилась слюна. Также здесь. Только здесь мы вытягиваем перед собой руки на удобной высоте для вас и представляем, что наши руки начинают расходиться в стороны. То есть идиомоторный рефлекс должен включиться. Наша идея должен сигнал от мозга по нервной системе дойти до рук и начаться должно движение. Боже. Ой, да ладно. Ничего не ладно. Делаем стресс-тест. Представляем, что руки начинают расходиться. Для этого можно представить себе образ какой-нибудь. Когда начинают руки расходиться, теперь представляем, что руки начинают сходиться. Руки начинают сходиться. Если начинается легкое покачивание, это нормально. Можно ноги пошире расставить. Не падает в этот момент. Здесь происходит синхронизация двух головных полушарий мозга. Так, жена, подожди, не надо удалять ничего. Ну, погоди, дай это записать. Да не буду, ладно, выкладывать, блин, убьет она меня. Вот сначала, а у меня напряжение и не растет, я спокоен. А почему? Потому что я делал стресс-тест в этот момент. Вот она на меня гневается, а мне пофигу. Вот она, состояние
полной гармонии. Кстати, с древнего санскрита йога переводится как союз души и тела. А мы что здесь делаем? Психофизиологический метод саморегуляции – это психофизиология, соединение психического с физиологической – то же самое, что и йога, только достигается очень-очень-очень коротким путем. Итак, опять стресс-тест. Наши руки расходятся. Происходит синхронизация ушаря мозга. Падает напряжение. Прекрасно становится. О, потом так потянуться надо и выйти из этого прекрасного состояния. Нажимаем паузу. Опять вкладываем. Интересно кое-что придумал. Дополнение к стресс-тесту по методу ключ. Входим в обычное состояние с помощью стресс-теста. Представляем, что руки расходятся. И пока они расходятся, представляем, что когда руки полностью разойдутся, ладоши поворачиваются кверху. Руки начинают расходиться, поворачиваются ладошами кверху. Теперь представляем, что наше правое полушарие связано такой вот нитью прям отсюда до центра ладошки, а наше левое полушарие связано с тоже такой же нитью до этой ладошки. И представляем, что они так расходятся и натягиваются эти нити. В центре головы у нас центр. И представляем, что загруженность правого и левого полушария, только этого в той руке, этого в той руке, энергетически таким весом, как весы, у нас становится, и мы как весы. Загруженность одного полушария сильнее перевешивает, потом загруженность другого перевешивает, и оно начинает синхронизироваться, и они, головные полушария начинают синхронизироваться между собой. Идет выравнивание. После этого выравнивания представляем такой образ, как будто бы, как, не знаю, там, в архиве или где-то в библиотеке творится полный бардак, и происходит такое вот, раз, все собирается на нужные полочки, само все укладывается, лишнее все выбрасывается, все так структуризируется по отдельчикам, по каждому номеру все упорядочивается, такое идет такая вот синхронизация, инвентаризация в нашем мозгу, и вот она идет, почувствуется уже даже тепло в ладошках. Представляем образ, с образами можно поиграть, включить воображение. Теперь представляем, что эти нити стягивают руки прямо к центру нашего лба. И после того, когда они дойдут, мы выходим из этого состояния с полностью бодростью и приливом сил. Потянемся так. Сейчас поделать те движения, которые хочется телу. Тянуться, крутить где-то что-то. О, как хорошо. Вот такой вот метод дополнения к вашему методу, Хасан Магомедович. Давай, делай, чего ты? Мы уже не в трансе. Давай.